Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. Жил на свете комарик. Весь он был тоненький. Ножки тонкие, крылья тонкие, носик тонюсенький. А голосок тоньше не бывает. Летал комарик высоко-высоко и тоненько пищал. У комарика был друг, добрый жук и мушка-подружка. Жука тоже слыхать издалека. Низко летит, низко гудит. А мушка-подружка летает от земли ни далеко, ни близко, жужжит ни высоко, ни низко. Вместе они летали-жужжали, пели-гудели. Встретился друзьям сосед, грозный жук-рогач. «Смотрите, — говорит на мой панцирь, — крепче ореховой скорлупы. Мне любая беда нипочем. А вы что умеете? Только пищать!» Встретилась им стрекоза, расправила крылья великанские, каждая размером с рябиновый лист. «Смотрите, — говорит на мои крылья, — я такими взмахну, и след мой простыл. А вы, коли беда случится, что делать станете?» Встретился им кузнец-удалец. «Меня, — говорит, — враг не заметит, в траве не приметит. Коли сам того захочу, любого застрекочу». Достал свой барабан и давай в него стучать. Все в округе испугались и разлетелись кто куда. Комарик, мушка да жучок полетели дальше. Летали, играли и залетели на болото. Страшно им стало. Тишина вокруг, только в тени что-то булькает. Сухие веточки потрескивают, и дятел вдалеке по дереву постукивает. Вылезла из тины жаба и квакает грозно. «Играйте, — говорит, — пойте мне, а не то проглочу!» Хотели улететь букашки, зажужжали, запищали, да только жаба шлепнула по воде лапой, намокли крылышки, отяжелели. Делать нечего. Достали инструменты. У жука туба из листьев дуба, у мушки дудка из незабудки, у комарика голосок тоньше, чем волосок. Поднялся писк и виск, а жаба приговаривает: «Громче давайте, лучше играйте!» Так заслушалась, что квакнула громко на все болото. Услыхала ее цапля, схватила зеленую за лапку и унесла своим деткам на потеху. А наши дружки-жучки только пискнули, и след их простыл. С той поры комарик иногда приходит на болото и песни поет, а жаба трусливая из-под воды ему подпевает, боится.
Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?